Как мы уже сообщали, делегация Исламской Республики Афганистан во главе с председателем Высшего Совета по национальному примирению находится с визитом в столице. Повестка дня включила ряд встреч, в том числе в Министерстве иностранных дел, а также в Министерстве инвестиций и внешней торговли. Детали у Сабины Мусаевой. В ходе беседы обсуждены состояние и перспективы дальнейшей активизации узбекско-афганских многоплановых отношений в различных сферах. Стороны обменялись мнениями по важным аспектам установления прочного мира в Афганистане, а также обеспечения региональной безопасности. Отдельное внимание уделено вопросам углубления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами путем совместной реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в сферах транспорта, логистики, энергетики, торговли и образования. Отмечена важность интенсификации вовлечения Афганистана в интеграционные процессы в Центральной Азии для скорейшего достижения мира и стабильности в этой стране. На переговорах были рассмотрены и другие вопросы двусторонней повестки, представляющие взаимный интерес. В этот же день состоялась встреча и в Министерстве инвестиций и внешней торговли, в ходе которой обсуждены механизмы сотрудничества в таких сферах, как инвестиционная, торгово-экономическая, транспортно-логистическая и культурно-гуманитарная. Состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления взаимных связей Центральной и Южной Азии, осуществления совместных проектов по совершенствованию транспортной и энергетической инфраструктур, в том числе путем ускорения реализации проектов по развитию трансафганского транспортного коридора и строительству линии электропередач Сурхан-Пули-Хумри. Обсуждались углубление промышленной кооперации и делового партнерства среди предпринимателей двух стран, имея в виду организацию совместных производств с последующей реализацией экспорта продукции на рынке третьих государств. Афганской стороной была дана высокая оценка уровню взаимодействия с Узбекистаном в образовательной сфере, в частности, в области обучения граждан Афганистана в вузах Узбекистана. По итогам встречи согласованы дальнейшие шаги в рамках двустороннего сотрудничества, нацелены на ускоренное социально-экономическое развитие обеих стран, активизацию тесного взаимодействия по продвижению совместных проектов регионального значения.